Так, что интересно в Фикпрессе? Ну, так как у меня ребенок, конечно же, мне интересно наклейки различные тут. Развивашки, ламинки. Такие вот есть тоже по 77 рублей. Полезные наклейки для малышей. Так, и все. А, вот еще веселые паровозики. Больше ничего. Так, есть еще вот такие появились новинки. Раскраски, наклейки дельфинчик и его друзья. И вот в серии фламинго, лама, единорог, транспорт, домашние любимцы, машинки и дикие животные. Ну и, конечно же, мне кажется, сейчас всех интересует это антибактериальные салфетки по 18. Появились вот такие влажные салфетки для интимной гигиены. 27 рублей. Новый игровой набор «Веселая лепка». Тут показано, что нужно делать. В наборе есть 4 разные насадки для лапши. Можно делать лапшу. Так что, такой наборчик, не знаю, взять, София, не взять. Очень хороший. В продаже есть пазлы. Белль. Ариэль. Так, сейчас. И последнее это Золушка. Золушку я, наверное, ей возьму. Продаются такие интересные бигуди для волос. 45 сантиметров, 99 рублей. 6 штук. Разных расцветок. Розовые, зеленые или голубые, или желтые. Такие интересные щипчики 99 рублей. Так они выглядят. Симпатичные такие есть косметички. Розовая, серая, такая коричневая, сзади серебристая. И красивые косметички. Ну вот самое главное, что же появилось, это антибактериальное мыло. Абсолют. 55 рублей. И еще есть такое жидкое мыло с антибактериальным эффектом. Тоже 50. Я же первый раз чистим. Для мытья полов чистим. Нежная роза. Не требует смывания. И вытирание насухо не оставляет разводов. Ну, в Фикспрессе уже продаются куличи по 55 рублей. Не знаю, вкусные, невкусные. Наверное, вкусные. Но вкусные и полезный состав. Вроде ничего такой. Хороший. Такие портфельчики интересные появились. Тоже коровкой. С лисичкой. И с машинкой. Еще такая божья коровка. Так что пасту можно спраздновать. Вот украшения такие купить. Букетик яичек. Этот домик я взяла. Наверное, еще второй возьму. Очень красиво дома смотрится, конечно. Супер. Так, вот такие яички по 77 рублей. И вот такие вот. Тоже красивые. Так, вот такие маленькие пасты. Вот и вообще по 55 рублей. Малютки такие. Вот так это я уже вроде показывала. Декоративные фигурки, птенчики. Зверята наклейки, единороги, ну и тут наклейки такие есть, красивые. Такие наклеечки, 55 рублей. Таких еще не видела, кстати. Такие еще есть. И силиконовые формочки для выпекания. Досочки тоже красивые.
подарок. Вот такие вот красивые декорации яичек. Ну все. Нашла такие красивые заколочки для детишек, несколько видов. Такая красота. Еще мне понравились, можно такие модные заколочки взрослым носить. Есть такие вот, есть такие же, но еще белые, вот розовые и с белым вот таким. Вообще не полезу, очень красивые. Закалывать, и такие есть еще. Но это не очень, вот эти красивые. Эти по 77, эти по 55.